Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Specialized Robo X в такой вот красно-черной расцветке на трансмиссии Shimano Ultegra D2, электронная трансмиссия, которая переключается при помощи вот этих кнопок на дуалах, но и не только. Также имеются кнопки здесь на руле самом. Эти кнопки отвечают для того, чтобы было удобно переключаться таким вот хватом, когда едете в гору, переключают только задний. Вот, также могли заметить, что тут имеется такая вот пружина, называется Huge Shock. Она для виброгашения сделана, но это не обычный амортизатор. Вкратце, он гасит вибрации, но не гасит ту силу, ту энергию, которую вы даете, собственно говоря, на велосипед, как это делает обычный амортизатор на вилке. Поэтому Specialized разработал такую технологию, чтобы все усилия передавались именно в байк и далее уже на дорогу. Так как моделька Robo X, у него имеется здесь такая вот плотная мембрана, она тоже влияет на виброгашение. В целом вес велосипеда не такой уж и большой, порядка 7,5 кг, несмотря на то, что у него здесь установлены алюминиевые обода, но установлены у него также карбоновые шатуны. Вот. Шатун тут полностью карбоновый. В целом, для чего этот байк задумывался? Он делался для гонок Париж-Рубе, поэтому отсюда и название Robo X. Название, кстати, Robo X – это мужская модель, а Ruby – это женская модель. Вкратце, это некая смесь между тормаком классическим гоночным и гравийным Diverge. Вот. Можно сделать вот как бы вывод из того, что если человек хочет тормак, но также он хочет кататься на пересеченке, можно выбрать Robo X. Это отличный выбор для тех, вот, кто хочет кататься с комфортом, но в удовольствие. Вот. Если вам понравился этот велосипед, вы можете написать нам на Авито аккаунт. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии.